Волнение на грани обморочного состояния. Так переживают ученики кадетской школы. Там сейчас проходит конкурс «Смотр строя и песни». Для кадетов это не просто соревнование. Лучшие выправку и вокальные данные представят на областных смотрах, а также на торжественных мероприятиях города. Пока маршируют одни, другие не могут устоять на ногах от волнения. Традиционный смотр конкурс строя и песни на этот раз посвящен 70-летию Победы. Показывают шаг и поют военные песни ученики со 2 по 9 классы. Сегодня соревновались кадеты 7, 8 и 9. Ответственный подход к делу и большая конкуренция вызвала у ребят сильные эмоции. Во-первых, волнуешься за команду и как бы переживаешь. Конечно, не первый раз, но все равно много эмоций. Хочу дальше идти, служить и быть верной России. Оценивают кадетов по многим критериям – выполнение строевых приемов, исполнение песни, наличие единой формы, дисциплина, а также действия командира. К слову, из 6 классов 4 шаг задают девочки. По словам самих кадетов, потому что любят командовать. Строевой подготовкой здесь занимаются со времен основания школы. С тех пор, как стала кадетской, это неотъемлемая часть школьной программы. Строевой посвящен отдельный урок, а дружно шагать ребят учат уже с 1 класса. Свое мастерство и наработанное годами продемонстрировали сегодня и компетентному жюри. Глаза горят, такой вот за каждую мелочь смотрю, аж это передергивает их. Ответственность, она вот в этом вот и выражается. Молодцы ребята, мне... Есть, конечно, те, кто просто не придает этому серьезное значение. Это сразу сказывается на всей группе, на всем классе. Недавно мы были на областных, и, честно скажу, там даже волнения не было такого сильного, как вот здесь между 7-8 классами. Рассчитаться по порядку и на 1-2. Казалось бы, всем известны еще с урока физкультуры приемы не такие сложные. Но здесь требуют ювелирной синхронности в построении. Сегодня отметили высокий уровень 8 классов. Абсолютных победителей назовут в пятницу на торжественном построении. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.